Эхо-камера. А, хотя... Хотя нет, видит. Она затушит, как бы ты луна. То есть не так ярко светит. За тучей? Да. Она за домом, Жень. Ну, в смысле, за домом, но еще и за тучей. То есть тучи не было, она ярко. Камера садится. А так как она за облаком. На камеру видно, как она уходит даже. Далеко, 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 далеко это камера. Садится уже. Сними. Не тряси меня. Сзади меня зайди. За меня зайди. За меня зайди. Часовой стрелок. Пойдем, вроде бы. Здесь вот аллея у нас. Аллея посажена участниками войны. Участниками, представляете, войны. В честь 35-летия победы. Даже не просто людьми какими-то, а участниками войны, представляете? Это, не знаю, это прекрасно. Я очень люблю аллеи. Всякие такие деревья. Блин, какая красота, а, народ. Здесь, наверное, не буду ступать. Ладно. Такой иней сегодня. Сегодня я очень много для вас поснимала. Природы очень много. Я знаю, что вам очень нравится смотреть на мои прогулки. И когда монтирую, я тоже все это пересматриваю. Все эти маленькие деревца. Колючечки всякие, козявочки. Это красиво. Надеюсь, что вы вместе со мной полюбите природу. И идя на работу, с работы будете замечать именно все, всю вот эту вот красоту природы. И всем этим восхищаться вместе со мной. Чуть-чуть мне это не сфокусируется. Наверху люди живут, смотрите, какое маленькое расстояние. Здесь метра 5 метров, меньше 5 метров. Прямо перед самым носом. Женька прямо ругается, ругается. Как это так можно построить? Как это так? Ну сколько тут метров? Ну хотя метров 5, наверное, есть, но не больше. Вон. А тут люди живут. А тут люди живут, тут у них перед носом стена. Уже темно стало. Уже свет не попадает.
Вот как так можно, а? Построили. Называется. Снова туман. Туман. Что за туман? Гуще? Гуще? А, ну гуще, да. Пойдем здесь. Пойдем. Ну что ты хотел? Не туда идешь. А я хотел это посмотреть. Тут хоть асфальт вон. Вчера был гуще, да. Сегодня церковь видна. Вчера она вообще была не видна. Магазин Победа. Сейчас мы с вами заходили. Чуть-чуть поснимала. Вроде так-то хороший магазин. Ой. Ну, блин, ну что-то не то. Купить что-то нечего. Какие-то продукты все странные. Ты что тут делаешь? Тут видно, сегодня видна она. Так, ну вот мы дома. Это то, что мы с кафе принесли. Булочка была... Ой, бана. А, она уже затвердела. А вот тут мягенькая. Это вот... А ну вот они мягенькие. Эти от пиццы попки. Не стала на них тратить время. Пицца была горячая, поэтому я быстрее-быстрее ее. Так, это мы вчера в Победе купили. Кстати, мне понравился. Прям ягоды, вот они протертые с сахаром. Очень вкусные. Но сладкое, конечно. А нет, это в Магните я купила. Точно, в Магните. Ошибка. Так, это в Победе сейчас взяла. Лимоны. Так, а. За килограмм 87. Хотя там 92, по-моему, что было написано. Или нет, не помню. 24 рубля получилось. 25 рублей. Два лимончика. Это тоже в Победе купили. В принципе, вчера сначала еще они мне не понравились после диеты. Но сегодня я попробовала, уже понравилось. 99 рублей стоило. Так. Вот это очень вкусно. Мне очень понравились они. С топленым молоком. Прям
А последняя пачка оставалась вкусная. Хлеб купили тоже в Победе вчера. Без всякой химии, без всяких е-добавок. Вот чисто просто ржаная мука, пшеничная, дрожжи, соль, вода. Там еще сахар, что не помню. Очень вкусный хлеб, вот просто обалденный. Можете брать. И он продается, он ульяновский. И продается какой-то... А нет, или самарский. Не помню, короче. И продается он не только в Победе. Видела магазинчик их. Так. Что мы там? Женька кефир купил. Воды, а что-то вода. Одна всего бутылка. Или вторая, ты ее уже выпил, что ли? А, она там лежит. Воду купили. Газированная вода, 1,5 литра. Ну, нормальная, обычная вода, рублей. Рублей 12, что ли, она стоила, полторушку, да, Жень? Ну, что-то дешево прям стоило. Вот так вот у нас день заканчивается сегодня. Так, такая у нас была прогулка. Наверное, она разделится на несколько частей. Вот, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока. Нет, я туда не буду. Спрячься, спрячься. Прихожу домой. Стоит тень. Думаю, господи. Ручка дверная. Живая. Мужик какой-то. Мужик. Это не мужик, а господи. Не мужик, а ужик. А, это не мужик. Не мужик, а ужик.